Кодама, BlackBerry, заходите. Перезапускал лаунчер. Так вот, Жень, персонально к тебе, Жень, ты не хилишь рандомные цели, а ты хилишь метки, танков, во-первых, и цели, на которых метки. Так, что так, очень много в оверхил уходит. В оверхил уходит. На фул хп. Может, мы тут лужу разольем ближе? Крестик. Как он будет талантить ближайшего? Не, здесь нормально. Здесь нормально. Мне вообще лили вот тут вот, в этих камушках. Каких камушках? Ну вот тут вот. Да ну нафиг, я не могу, когда мне справа что-то мешает крутить камеры. Ты кем танчишь, палом? Вару. Вару? Ну не знаю, мне не комфортно. А бафы будут сегодня или нет? Да. Да мы ждем, пока Кодама придет, чтобы разбафить уже полностью. Блин. А там разве бафа не по классу не дадут? А, например, лапка друида, она накидывается на весь рейд. Я зашел. Заходите, да, только ждем, мы сразу будем пулять. Ребафнем, поешь рыбу и будем пулять. Так давай быстро сразу. Поставь, кстати, в шкаф кто-нибудь, чтобы его сразу сумануть под рыбу. Ебать, я в Долоране. Нажми, где нажми, у тебя нажми. Вернуться на кладбище, вернись на кладбище. Подожди несколько секунд, тебя вернет куда? Куда надо? Давай, не принимай сразу сумку, когда заходишь. Мы поехали. Все окей. Сумка стоит пока. Че, ешь рыбу? На рибаф. Дайте фул рибаф. Ребят, если кто-то падает, тоже сразу рибаф этого человека. Ну, то, что тоже не анонсит. Саш, не забывай, рибы. Ой, еба, есть. Погоди, у меня Посмотрим. Полностью этот интерфейс. Сейчас. А, Кодама, ну я тебя сочувствую, у тебя мог полностью весь интерфейс твой слететь, кроме хилбота. Да? А зачем давай быстрее, Миша, разговор я промазал мне побойчик. Да успокойтесь вы. Хорошо, люди в херню какую-то пишите. Так, Шаман, на перифазе ставьте тотем. Замедлить. Дайте да, там кулаки и каски, всю хуйню. Да, прочитал. Но как начали играть в Анубу, убирайте тотем оков земли, если... Пауки там на 3 секунды задержатся, я им стан не даю, они вас уничтожают. Все. Ну, поехали готов. Еще раз. Готовность. Готовность. Good help, officer. Все, все готовы? Давай, Андрюх, выпускай. Интересно, у вас все готовы, когда я не подтвердил? Меня показал, что он где моба. Моб. Как? 29 секунд прожал. Так, Катя. Давай Винч пробовать. Катя, давай БР, вот, придавал. Даю. 5 секунд до пошлуки. И Гавра, и офисера сразу ребаф. Все бафы сразу по ним отдали. Вань, залей по сирене.
Пойду веточкой махать. Гавра, главное, ребашните все бумажище. Белки в него. Дайте 7 по 5 по друиду. Лобстер побежал, и good help вместе с ней. Веточками, веточкой добираю. Не прирасти там резко к земле. Нету сверки левого квадрата, собью ближайшим. Опа. Прилетело. Смотри, подал крюк, Артём. Смотри, где сфера. Хуёво я её сбил. Сейчас поменяется цель. Игнорщица. Побежала. Хики-хики. Длань свободы, длань свободы! Теперь болт. Убивай, над тобой сейчас будет. Сейчас будет над тобой петь. Вон, сверка. Одна секунда. Все буду петь. Я ката много стаков убрал. Да, все. Аж сейчас выйдет. Жука, заберите. Вышел. Паша не танчит лицом жука, стаки не набирай. Последний жук остался, добейте. Егор, помощники, 8 секунд. Саш купил блок, отдал... Боба дал блокеру. Блокеру, да, окей. Следующий положи звезды гнорщица, Сасуна, ты после. Вышли. На этот раз по урону все очень плохо. Почему-то. Почему? Егор. Кадам, один на пульс левая. А, уже не надо, пока что. С Бэри, Андрюха. Ну, он на меня посмотрел, а потом опять на пульс побежал. Кадам побежал. Рибахните Егора. Боб дадут? Сейчас будет здесь. Дадут обязательно. Если что, еще одна лужа над той летает, там где взорвали. Поэтому придется пока идти аж туда. С притона заберите жука. Я сейчас собью. Когда пройдет оно. Если что, у меня будет шеллы, я смогу уже тут под шеллы покатить. Так, я сейчас был кидану. Да, смотри, пас, не забеги на лужу. И на меня не веди, ёб твою мать. Да, быстрее бейте жуков, чего их так много? Суны, рыскайте. У меня потемки есть. Все. Помощники вы. Вышли. Бейте последнего жука. С 9 стаками. Ну, там еще много здоровья у Хануба. Пока переведем, по идее, должен спасть. Просто прохиливать. Катя, долечь где. Да, через Геру раньше. Пункт. Жуки, 4 секунды. Сколько там, Андрей, секунд? Мне опять не показывает. Жевало 4 секунды. 5% убыток. Переводить надо, Геру надо. Давай Геру.
Давай год массакра давно. Я катан нажми мастера Орн лед. 4 секунды. Стамину с ними один не забудь. Руки вышли. Игнорщица мастера Орн. Массакру и бабл. И пас. Лобстер. А, лобстер не может дать. Губвоид нажми. Дим. Бэкбэри прохилите. Язык помощников через 8 секунд. Лобстер, как и народ катится, в Бэкбэри зальёшь. Бэкбэри, закастуй гим тоже на ману. 3 секунды поможет. У кого свободный мастера, на лёд нажмите. Нажал. Вышли. Крокилка даму в Бэкбэри. Про огурцы не забудьте, ребят. 5 хилов. Хило, Бэкбэри и Нарзалей в лобстер. Какой он патчу? 4-й. Помощники 5 секунд. Ребак, тебе буревестника. Блять, у меня зависло. А, не, нормально. Помощники. Давай, души. Миллион. Вышли. Бабло, готовьте. 800. 600. 500. Контрольте, просто контрольте. На пулю. Все, не хильте, просто добейте. Ебануться. На. Ебаный насос. Алло, говна, кстати. Это перемога, хлопцы, блять. Не уважаю хилов, разливаю ману. Вы видели, как вы не видели, как это было эпично? Последняя плюшка в моба и сразу же ошибка. Жопу сюда, дали быстро. Бери, бери мне, ты четвертая тебе даю. А какие тэшки у парина? Восьмерка, нихуя себе. Ай-яй-яй. Ой, какая тэшка. Лотарез. А вот я не вижу. Блять, ты уже тут не играешь, тебе. О, нихуя себе! А ну сюда отдайте, блядь! Это кто там чё говорит? А? Я спизжу сейчас на хунтере, блядь. Да, про меч говорят, скорее всего. Пиздец, да, меч крутой на сурва и на ретрика. Да, ну, для лепарда лучше. Так, ну шо, поехали. Да, поехали. Да. Так, кому сейчас нужно. Кому сейчас нужно. Там пуги уронить. Так, это сейчас... Да, сейчас будем уронить. Там хипал ливнул. Ну и хуй с ним. Ну, видимо, ему ничего не упало, или что решил ливнуть, если это, конечно, он. Все, всем за Ануба, 50. У нас деноминация произошла. Так, теперь... Парольте трофеи авангарда, кому надо. Просто парольте. Блядь, ну если дадут идею, то я пароль тоже. God help. Пуфил, тебе сколько нужно штук? Короче, кидай обмен, одну тебе, одну good help. Кидайте по обмену. Давайте только быстрее, пожалуйста, пароль, мне надо отойти. А что тебе надо? Типа, давай на тебя и все. Ваня, тебе тоже надо? Good help, отдай лучше. Окей, пуфил, кидай обмен. Надо тебе? Если будешь апать, то отдам. Определенно, определенно обмен. Так, за Ваню. Лопи на кладове, ну? Кстати. Забирай, забирай. Забирай, Зенни. Кидай обмен еще на второй, Зенни. Или тебе один надо? Два надо. Еще один третий есть. Софей, я не заметил. Его в начале. Сон оба падал. Третий нужен кому-нибудь, Ваня, тебе? Да, и мне. Кидай мне. Вон, прыгай. Квадрат на себя поставлю. Блёль, у меня в конце просто люто глючило. Ну, у меня весь бой, типа, FPS то падает, то подскакивает. Хз, почему? И вот такие приколы с Эннерами меня реально не радуют. Я сижу с тринками без МП5, ты говоришь, Эннер по-другому хилу дай.
такое бывает. А теперь представь, как мне когда говорят от Даины другому. Теперь посмотрите в гильд-чат и что мы анролим. Вот это, либо вот это. Потому что, типа, есть один ретрик. Конечно, ну, палку, соответственно, анроль. Я не понимаю. Палку анроль. Это Т9.3. Это улучшенная Т9. Понял. Это 58, это 9. Но по факту Т9.3 идут на те классы, которые мне дают профит. Не, я за палку, короче. Палка. Дайте все, на капелл Т9.3 и все. Так на палов не берется Т9.3. Если а что берется Т4? Это анрол. 58-я грудь вот есть. Там же грудь выполнен. Какая грудь? Или это на все токены? Там токены. Просто упал токен. Ты можешь какую-то вещь, которую хочешь из Т9 заменить. Все, тихо, спокойно, порольте этот... грудь. Ну, кидайте все. Все, на. Все. Кто не паладин, призрачный. Дальше уже разъебаешь. Дальше уже разъебаешь. Тут на паладина еще может идти. Ну, с РПБ руки на паладина, либо тупой паладин брал бы, но... Нет, равно паладин. Не отдам я руки на паладина без РПБ. Давай. И тебе руки не отдадут. Сколько там? Все, все остальные наши, сейчас за ИП пойдем. Эй! Богдан? Ваня, на какой спек ты ролишь? Окей, ладно, какой спек ты ролишь? Сова. А ты сова, я сказал, ну? Окей, хорошо, то же самое, ролим власть мертвых. По-честному рольте. Давайте. Все. Теперь ИП. А, токен? Блять, ну Ваня, посиди хоть на токен, ёбаный. Ваня, по-честному. Подожди, у него же сова мейн. Ну да. Ну, нормально. Давай ты сюда, на сову, блядь, нихуя себе. Всё, Андрюха. Кстати, Андрюха, власть неплохо прокает, если... Давай. Бля. Ваня, блядь, успокойся. Ну да. Ваня, блядь, пощады, да, я? Ладно. Ваня, тебе в личку там написал. А вам кому-то надо оно вообще? Вообще, ну, конечно, не знаю. Мы же не играть, нет. Но мы-то заходим играть, нет? Я могла вообще не заходить и посылать вас нахуй, но я же зашла. Так, вот с таким отношением, Кать, посылать, ну это тоже, блин, неграмотно. Я знаю, то есть, ну, просто там... ну типа я но... захожу, играю. Ваня, шо? Забирай машину. Моё. Ваня, пощадки, блядь. Да. Отдай ему, отдай, и все, дальше поехали. Меньше. Ладно. Ну, сролил, все, у него друг есть, пускай носит. Че уже? Кстати, я на сову буду одевать. Я сам. Теперь ГПСТМ. Новые там ставки сейчас. Ну, 500, короче, не 5000, а 500. Да, шо, Андрюх. Ренессанс 1.5. Файтинг, нахуй. Кадама 4, Ренессанс 5. Кадама 6. А все. У Кадама больше нет. Кадама 6 раз. Кадама 6.2. Кадама 6.3 кидает. Это 65 тысяч улетает, да, на полторец? 65 раз. Ренессанс. 6.5.2. Нет, по старым ценам. Конкуренты тратят ЕП. Забрали все ЕП, блядь. На всякий случай скажу, шаг не 500, подождите, шаг не 500, а шаг 50. А где ты, я еще не вижу? Вы по 5000 хуяете сейчас. Квадрат, да пусть хуяете. Ну, 65 косарей слил, да и все, что нормально. Развел меня, блядь. Стандартно, чё? А мог поставить 6500. Плюс 6500, плюс? 5, турвы. 5, 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
Дальше тринка 7 косарей, 700. 750 так. Никому не надо? На лов 3500. Дрюга, твой час. Войт, а нахуя тебе эта тринка-то? Давай, 700. 700, давай 700, раз никому не надо. Так Андрей бы забрал бы на этот, на лов. На лов. Она на шипы вообще говно. Она вообще говно на шипы. Она только единственный класс, вон идет. Это Савье нормально. В принципе, говно начнем с этого. Она вообще на все говно, ну просто. Короче, вылечник, ты забирай. Забирает. Или Андрюха, давай, не ставишь, не ставишь. Они ставят ЕП, хотят забирать. Пусть забирают. Ну окей, тыщка. Пашка спирит. Нахера это говно старает? Типа она на сову и то, я тестил эту на сове эту ВАЗ, типа 245, ну она по сравнению с Кендером, она говно, если честно. Дай обмен пацан спирит. Ну за 1000. Но это говно тебе, тренер. Лучше бы Андрею отдать за половину. Наберется Кендер из Толгорода тренер, все. Типа до долгонога. Эти тренер, которые он будет носить. На большинстве РДД спеков. Бля, я пока что к новым ценам не могу привыкнуть. Блять, у меня 2700 ЕП, блять. Я себе по тиму. Сука. Так. Дальше. Колечко. Танковское. Ну тут Андрей только на мейн. 250. Ренессанс, можно все вернуть. Парирование ему не надо. Забивание? Слишком пиздатое. Андрюх, забираешь 250? Да, она с парированием, зачем ему на друида? По 10 секунд. Не. Сейчас. Не. Налог 125. Ой. 50, а не 5. Блять, 350 туда. Все, забирай. Ладно, похуй. Хотя не похуй. Дай мне. Да блядь, ты быстрее нам. Дурачки, блядь. Петя, красавчик, вмешался. Да блядь, ну... Так Петя мог минималку поставить и забрать. Ладно, я тоже так думаю, вообще нам надо фуриком. Петя же фурик, все, смотри. Как мы. Давайте, перебивайте, давайте. А не, я ебал рот. За 1к я не отдам эту хуйню на лов. Ну как хуйню? Типа, классно. Печи 1к раз, 1к 2, 1к 3 кидаем. Сейчас кидаем. Че, брал магик хм собираем? Ну не сегодня. Да, мы не соберем его же. Там фулл состав не придет же никогда. Никогда в жизни. Будем даже магика должны быть, не? Времени, наверное, сами нету. Ну, у меня час остался. Ну, лучше кару пойдем, рано потраим. Бля, где жопа хантовская? Или... Сейчас. Я пошел, мне надо. Жопа хантовская, держи жопу хантовскую. 250 стар. А, сейчас токен, в натуре еще штокен остался. 250 раз, 252, 253 кидаю город мне. Дешево забрал. Вот это ноги. Да. Так, подождите 5 секунд, сейчас я город сниму. Снёк и Макару Геру идём? Да, сейчас пойдем на пару.